Басков Михаил Николаевич родился 17 октября 1918 года в Красноярске. В действующей армии Михаил Николаевич находился с декабря 43 года. Воевал на Первом и Втором украинских фронтах. В ходе боев за освобождение Украины батальон, в котором служил Басков, вышел на подступы к станции Вапнярка. Ведя танк на высокой скорости, ефрейтор Басков не давал немцам времени навести орудия и открыть по танку прицельный огонь. Огнем и гусеницами экипаж боевой машины уничтожил две минометные батареи и до 120 солдат врага. За мужество и героизм 13 сентября 1944 года Михаилу Николаевичу Баскову было присвоено звание Герой Советского Союза.